Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 629. Решить уравнение с И по М. И. Раскроем скобки. Получим 1 вторая х минус 1 вторая умножить на 4. Чтобы число умножить на дробь, но надо это число умножить на числитель. Будет 4 вторых. Плюс 3х равно 5. Оставляем слагаемые с х в левой части. Будет 1 вторая х плюс 3х равно. В правой части остается 5. И переносим минус 4 вторых с заменой знака. Во-первых, будет плюс. А 4 вторых – это 4 разделить на 2. То есть будет просто 2. Получаем 1 вторая плюс 3. Будет 3,1 вторая х. Равняется 7. Чтобы получить х, надо разделить на 3,1 вторую. Превратим в неправильную дробь. Это будет 7 вторых х равно 7. То есть делить будем на 7 вторых. Итак, х равно 7 разделить на 7 вторых. Применяем правило деления на дробь и получаем 7. Будем умножать на 2 седьмых. Можно сократить 7 и 7. И в числителе и знаменателе будет по единице. И получаем 2 первых или 2. Итак, х равно 2. К. Раскроем скобки. Получаем 2х плюс 2 умножаем на 3 пятых. То есть 2 умножаем на числитель. Будет 6 пятых. Минус х равно 3,1 пятая. Все, что с х в левой части, 2х минус х равно 3,1 пятая в правой части остается. И переносим плюс 6 пятых с заменой знака. Будет минус. Выделим целую часть сразу. 6 пятых. Неправильная дробь. Это будет 1,1 пятая. 2х минус 1х будет х равно 3,1 пятая минус 1,1 пятая будет 2. Уравнение решено. L. Раскроем скобки. 5х. Перед скобками стоит знак минус. Знаки слагаемых в скобках меняем на противоположные. Будет минус 1 вторая х минус 9 равно 18. Все, что с х оставляем в левой части. И мы видим, что у нас с х 5х минус 1 вторая х. Сразу занимаем у пятерки единичку, получаем 4 целых. И превращаем единицу в виде дроби со знаменателем 2. 2 вторых х минус 1 вторая х равно в правой части 18. И переносим в правую часть минус 9 с заменой знака. Будет плюс 9. 4,2 вторых минус 1 вторая будет 4,1 вторая х равно 18 плюс 9 будет 27. Превратим 4,1 вторую в неправильную дробь. Это будет 9 вторых. Х равняется 27. Теперь, чтобы найти х, надо разделить на 9 вторых. Итак, х равно 27 разделить на 9 вторых. Применяем правило деления на дробь. 27 будем умножать на 2 девятых.
27,9 можно сократить на 9. Знаменатель будет 1, числитель 3. Числитель остается 3 умножить на 2. Знаменатель 1, то есть 6 первых. Или просто 6. М. Раскроем скобки. Минус 2 будем умножать на 1 третью. Числитель умножаем на минус 2. Получаем минус 2 третьих х. Минус 2 умножаем на плюс 7 будет минус 14. Равно минус 21. Минус 2 третьих х оставляем в левой части. Равно минус 21 и переносим минус 14. Заменой знака будет плюс 14. Минус 2 третьих х равно минус 21 плюс 14 будет минус 7. Чтобы найти х, надо разделить на минус 2 третьих. Получаем минус 7 разделить на минус 2 третьих. Определяем знак. Минус разделить на минус, получаем положительное число. И по правилу деления на дробь 7 будем умножать на 3 вторых. Это равно 21 вторая. Неправильная дробь. Выделяем целую часть. Отсюда х равно 10,1. Мы решили все уравнения в номере 629. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.